добрые слова, ну и, конечно, о композиторе лучше всего можно сказать только его музыка. Поэтому я с огромной радостью приглашаю сейчас на эту сцену музыкантов. Это большой друг Андрея Николаевича, который пропагандирует его творчество, который устраивал его сольные концерты авторские. Солист оркестра Большого театра, лауреат международных конкурсов Максим Золотаренко и его партнерша, выпускница Московской консерватории Елена Скворцова. Они представят произведение «Концерт для двух виолончелей ля минор».